О, так, все. Родственник с мужем солят огурцы на зиму. Друзья мои, смотрите, тут целая эпопея. Ведро огурчиков. Вот он. На дно каждого ведерка выкладывает малину. Листья. Так, листья, ну, тут разделить. Смородины, вишни, лист хрена. Все, все, все. Вот все поровну выкладывает. Все, а наверх еще оставьте сверху. Да, да, немножко, вот он делает внизу подстилку, подложку, и сверху закроет. Вот все. У него чесночок помытый. Разделяй, короче. Вот он помыл и вымочил предварительно огурчики, срезал кончики у огурчиков. Не маловато? Чего? Нормально. Туда-то. Тут же маленькие же ведрышки. Там сколько? Поровну сделай. Ну, кашу маслом не, кашу маслом вода, не испортишь. Вода, да. Все, складывай огурцы. Мне кажется, стоя их, наверное, надо, нет? Не, можно лежа, не факт. От стоя или лежа вкус банки не изменится. Банки мы же ложили, всегда ставили стоя. 100 грамм. Да. Соль. Давай, соль. 100 грамм соли. Рассыпал немножко. Так у тебя же там ровно все, а то все высыпай уже не меряя. Ты же вымерял. Все, потом там перепутал мне половину, блин. Да? Вот в каждой по 100 грамм соли, да, да, и 100 да, грамм да. сахара. Да, вот и не меряй. Она же 300 отмеряла. Сейчас сахар пойдет. Вот пошло 100 грамм сахара. Сып, не бойся. Прям всю ее полную. Прямо так рассыпай по всем больше, этим. У меня больше было. Вот. Я потом помешаю. Каждую по 100 грамм, в каждое ведерочко. Ведро трехлитровое, да? Да, больше положила сахар. А, ну ничего. Можно заложить с этой вкуснятиной. Без хрена пошел сверху. Без хрена дает хрустящий сиропчиком. Укроп зонтики пошли. Лист вишни, лист смородины, все сверху закрывается, укрывается. И заливается водой колодезной, из колодца, не из крана. Чтобы вода была без хлора. Иначе у вас ничего не получится. Да, она вся с хлором, по идее. Нет, в колодце-то вода без хлора, к счастью.